Сегодня понедельник, 10 июня 2013 года, 14:46-45 время сейчас. Сегодня прохладнее стало, обещали дождь, но пока дождя нет. И вот здесь не так давно находилось более 60 лебедей. Осталась на сегодня только одна пара. И вот там вдали, наверное, не видно на остатках водозабора, который строился до 90-го года еще. И с независимостью Латвии прекратили строить союзные ведомства, какое-то здесь строило для себя санаторий, хотело в бассейн морскую воду набирать. Ну вот, там только на этих остатках водозабора дикие утки уселись, привстали и сушат крылья, расставив их веером. А лебеди вот собирают водоросли, и как я их не привлекал, ко мне сюда не приближаются. Водоросли им вкуснее, значит. Пляж убрали недавно, здесь было огромное количество вот этих темных водорослей, зеленых. Запах от них такой йодистый, слегка, но говорят, что полезный для сердечников особенно. Ну, так что погода немножко даже проясняется, улучшается, потому что ветер северный. При северном ветре всегда солнечно, хотя ветер прохладный. И температура понижается, когда ветер этот дует. Вот такие виды сегодня на пляже. Так что проехались слегка на велике. Небольшой километраж. И этот счетчик включил 370. 3700, вернее, показывает. На этом будем заканчивать видеосъемку. До следующего раза.